Старые люди рассказывают, что в давние времена жила на берегу моря бедная женщина. Было у нее три сына, три брата Лю. Лю старший, Лю средний и Лю младший. И были братья друг на друга похожи, как зернышки риса, как капли росы на лесной траве. Только родная мать могла их различить, да и та иногда путала. Радовали дети свою старую мать. Росли они крепкими, отважными и разумными. Лю старший обладал такой большой силой, что мог выпить целое море. Лю средний не боялся огня, а младший Лю умел различать язык птиц и зверей. Дружно жили братья, любили друг друга, мать берегли. И выдался как-то трудный год. Жестокое солнце иссушило землю, превратило ее в камень. Ничто не росло больше на земле, ни рис, ни трава. Ветер дул, как бешеный, опрокидывал лодки в море, рвал на клочки рыбачьи сети. Женщины не могли развести огонь в очагах. Ветер раздувал пламя, и снопы искр носились в воздухе, грозя превратить в пепел тонкие стены хижин. Тогда позвала мать своих сыновей, Лю старшего, Лю среднего и Лю младшего, и сказала: «Дети, наступили тяжелые времена. У людей нет пищи, ни риса, ни рыбы, овец негде пасти, трава в полях вся высохла. Что делать, дети?» «Нужно помочь людям, матушка. Но как?» «А ты подумай, Лю старший, подумай, сын, ведь тебе послушны морские глубины, ты можешь выпить целое море до дна, а если захочешь, снова его водою наполнишь». «Правда, правда, матушка, я пойду в море и принесу рыбы, столько рыбы, что хватит на всю деревню». «Хорошо, сын, хорошо. Ну, а ты, Лю средний, ты что скажешь? Ведь тебе подвластен огонь, ведь ты не можешь ни сгореть, ни обжеться». «А я сложу из камней большой очаг, разведу огонь, и вся рыба мигом сварится. Пусть будут сыты все, и мужчины, и женщины, и старый, и мал». «И это хорошо. Ну, а ты, Лю, младший, ты что будешь делать, сынок?» «Я пойду, матушка, пасти овец и гусей. В лес. В лес. Солнце не проникает сквозь листву деревьев, и лесная трава зелена, а дикие звери не тронут мое стадо, ведь я умею разговаривать с ними». «Хорошо, сын, хорошо. Идите, дети, и пусть будет удачен ваш день». «Мы идем, идем, идем. Мы братья Лю, мы братья Лю. Пламя нас не сожжет, мы в воде не тонем, мы не знаем страха, силу дал нам наш народ. Рыбу я пойду ловить крепкими сетями. Шарпачак я принесу голыми руками. Стадо я пасти пойду на пастбище с цветами. Мы братья Лю,
мы братья лю. Пламя нас не сожжет, мы в воде не тонем, мы не знаем страха, силу дал нам наш народ. Ушли братья. Лю старший ловить рыбу, лю средний разжигать огонь в очаге, лю младший пасти овец и гусей. И случилось так, что в тот лес, где младший лю пас свое стадо, приехал на охоту правитель области, злобный, жестокий богач мандарин Джао Джэньмэй. Приехал мандарин и видит, сидит на поляне маленький мальчик, а рядом в траве мирно дремлет олень. А, дикий олень, прекрасно! Благородное развлечение оленья охота. Слуги, ложите мне в руки лук, поднимите мое копье. Сейчас я убью оленя. Олень, олень, проснись. Слушай меня, я говорю с тобой на языке оленей. Спасайся. Олень поднял голову, вскочил и исчез в лесу. Что такое? Этот дерзкий оборвыш спугнул мою добычу. Мне нужна дичь, много дичи. Я хочу охотиться. Слуги, окружить лес, перебить в нем все живое, всех зверей, всех животных, всех птиц. Звери, птицы, животные, слушайте меня, я говорю с вами на вашем языке. Бегите! Летите! Вам грозит смерть! Убежали? Улетели? Жалкий бедняк осмелился перечить мне, знатному вельможе! Слуги, схватить его! Отвести ко мне во дворец и бросить в клетку голодному тигру. Это будет достойное зрелище. Схватили слуги младшего лю и отвезли во дворец. Прекрасный был дворец у мандарина Джао Джэньмэй. Красивейший был перед дворцом мандарина сад. Редкостные цветы росли в нем. Водопады журчали подобно музыке. А посредине сада стояла железная клетка. В клетке жил тигр. Тигр был голоден, очень голоден. Он все время ходил по клетке взад-вперед,
и в нетерпении бил хвостом по полу. Вот слуги вынесли шелковые подушки, вот вышли из дворца злой мандарин Джао Джэньмэй и его важные гости. Гости опустились на подушки, хозяин ударил в ладоши, раз, два, три. Слуги подвели к клетке младшего Лю, отворили дверцу и втолкнули его туда. Тигр злобно зарычал и бросился на мальчика. Остановись, тигр! Слушай меня, я говорю с тобой на твоем языке. Как? Ты владеешь языком тигров? Значит, ты сильнее меня. Я не понимаю языка людей. Я должен тебе повиноваться. Приказывай. Подойди ближе. Наклонись. Я скажу тебе на ухо, что ты должен делать. Важные гости в изумлении переглянулись. Что? Что ты? Может быть, мне изменяет зрение? Старый тигр берет в зубы шапку деревенского мальчишки. О, приношу свои глубочайшие извинения, мои превосходные гости. Слуги, возьмите этого негодяя и бросьте его в тюрьму, а на городской площади сложите костер. Утром преступник будет сожжен. А? Не правда ли? Это будет забавно, мои великолепные гости. Да, да. Но как только слуги отворили дверь клетки, чтобы схватить младшего Лю, тигр вырвался на свободу. Не забудь, что я тебе приказал, тигр! Я все исполню, дорогу! Огромными прыжками тигр помчался по городу. Пощады! Пощады! Помилуй нас, тигр, хозяин лесов! Держите мальчишку! Держите мальчишку, трусливые рабы! Слушаем, господин! А если он вздумает бежать, сжечь ту деревню, откуда он родом, перебить всех ее жителей! Будет так, господин! Только глубокой ночью улеглось в городе волнение, вызванное бегством тигра. Заснули бедняки в убогих фанзах. В пышном дворце заснули важные гости и жестокий мандарин Джао Джэньмэй. Только тюремные стражники не спали. Они все еще тряслись от страха. Ох, плохи наши дела, приятель. Уж на что хуже. Много я сторожил преступников, но такого опасного, как этот, еще не встречал. Это же великан, дракон, волшебник. Он сильнее тигра, ты слышал? Да-да-да-да. Послушай, а что, если придет сюда тигр? Молчи. Не упоминай имени тигра так часто. Отойдем немного подальше от двери тюрьмы. Вон туда, за то дерево. Знаешь что? Что? Отопрем двери тюрьмы. Если этот... Вот этот самый... Тигр!
Ну, не произноси ты этого слова. Ну, ну так если он придет, он прямо и пройдет в открытые двери. А нас не заметит. Верно, открывай. Открываю. А теперь прячься, прячься. А младший Лю сидел в тюрьме. Сидел неподвижно, устремив глаза в темноту. Он как будто чего-то ждал. Вот послышался легкий шорох, и дверь тюрьмы приоткрылась. Кто там? Это ты, мой брат Лю Средний! Лю Средний, да. Мой а милый ты, брат. Мой брат, да. Младший Лю. Да, да, как ты нашел меня, брат? Тигр пришел в нашу деревню. Люди испугались, но он никого не тронул. Он нес в зубах твою шапку, положил ее у дверей нашего дома и скрылся в лесу. Мы поняли, что с тобой случилась беда. Я поспешила в город и узнал, что ты в тюрьме. Ты видел костер, сложенный на городской площади? Да, видел. Завтра утром меня должны сжечь. Не бойся, маленький брат. Беги, я останусь вместо тебя в тюрьме. Ведь я не могу сгореть в огне. Да. А подмены никто не заметит. Правда. Мы похожи друг на друга, как два рисовых зернышка. Правда. И младший Лю ушел, а Лю средний, тот, который не боялся огня, остался вместо него в тюрьме. Утром на городской площади запылал огромный костер. Перед костром были устроены места для почетных зрителей. На высоких креслах уселись важные гости и злобный богач-мандарин. Поодаль выстроилась стража с луками и копьями, а простой народ толпился вокруг, волновался и роптал. Опять казнь. Когда же смягчится сердце жестокого мандарина? Сердце? Разве у него есть сердце? У него в груди камень, обросший мхом. Тише. Тише, женщины, у слуг мандарина длинные уши. Надо молчать, молчать и бояться. Чего мне бояться? Я стара, мне недолго осталось жить. Бояться надо тому, кто несправедлив и жесток. Когда-нибудь терпение бедняков иссякнет, бедняки отомстят. Тише. Тише, Джао Чжаньмэй поднял руку. Ворота тюрьмы раскрылись. Палачи, начинайте! Палачи вывели на площадь Лю Среднего и бросили его в середину костра. Пламя поднялось выше домов. Лю Средний исчез в огне и черном дыму. Мандарины и его важные гости засмеялись, а народ заплакал от жалости. Горе, горе! Они убивают ребенка! Сколько слез прольет его старая мать! Горе! Но вот дым рассеялся,
И все увидели, посреди огня стоит Лю и улыбается, как ни в чем не бывало. Ветер, дуй, сильнее дуй, пусть бушует пламя, разгорается костер, жарко под ногами, но в огне я не сгорю, смеюсь я над врагами. А что это за человек? Тигр его не трогает, и в огне он не горит. Или он сильнее меня? Нет, нет! Быть не может, чтоб я, могущественный правитель, оказался слабее нищего мальчишки. Слушайте, достойные гости, вечером мы отплывем далеко в море и бросим преступника в бездну. Пусть тонет, если не хочет гореть. Стража окружила Лю Среднего и повела его по городским улицам. Но чем дальше продвигалось шествие, тем меньше становилось стражей. Трусливые тюремщики старались скрыться кто куда. Мало ли что еще может случиться. В конце концов, около Лю Среднего осталось только два стражника. Да и те дрожали от страха. Ой, ой, ноги не слушаются. Ой, того и гляди, попадешь в беду. Да не дрожи ты так, слышишь? Ведь нас все-таки двое, а он один. Да вот только одно это и утешение. Ой, ой, смотри-ка. На улице показался Лю старший. Лю средний бросился ему навстречу. Лю, мой милый брат! Лю, мой дорогой брат! Лю, милый! Он уже не один, их двое. И в самом деле, двое. Закрой глаза, говорю тебе. А то их станет 20, 100, 1000. Закрываю, а ты и закрыл. Да. И давай с закрытыми глазами считать до 10. Раз. Два. Лю Средний, мой милый брат, я пришел, чтобы спасти тебя. Беги. Лю Старший, мой дорогой брат, я не могу убежать. Если я убегу, слуги жестокого мандарина сожгут нашу деревню и перебьют всех ее жителей. Беги. 7, 8. Я останусь вместо тебя. Ведь мне не страшны морские глубины. Я не могу утонуть. А подмены никто не заметит. Мы похожи с тобой, как две капли вечерней росы. Хорошо. 10. Стражники открыли глаза. Лю старший стоял на улице один. Они схватили его и повели в тюрьму. И вот наступил вечер. Лю старшего под охраной солдат привели на корабль. Жестокий мандарин Джао Джаньмэй и его важные гости были уже там. Музыканты услаждали их слух пением и нежной музыкой. Корабли плыли, музыка и пение разносились далеко в прозрачном вечернем воздухе. Но вот по знаку жестокого мандарина палачи привязали на шею Лю старшему огромный камень и столкнули его в воду. Лю пошел ко дну. Музыка заиграла громче, и важные гости засмеялись.
Теперь тебе пришел конец, дерзкий негодяй. Но как только Лю-старший очутился под водой, он начал пить море. И вот море стало исчезать. Морское дно обнажилось. Корабль опрокинулся. Злой мандарин и его гости увязли в морском иле. А Лю тем временем отвязал камень и сказал: вы хотели моей гибели, а погибнете сами. Вы сулили народу жестокие беды, а беда постигла вас самих. Оставайтесь на дне морском. На земле вы сеете только зло и горе. И, повернувшись спиной к кораблю, Лю спокойно пошел к берегу. Выйдя на землю, он приказал морю вновь наполниться водой. Море послушно наполнилось. Злой мандарин Джао Джаньмэй и его важные гости утонули. Старая мать и братья встретили Лю старшего на берегу. Они были окружены народом. Народ ликовал. Он радовался гибели жестокого мандарина и прославлял непобедимых братьев Лю.